паводок в Чувашии запаздывает. Обычно большая вода приходила в республику 3-7 апреля. В этом году пик ожидается только к 12 апреля. По данным специалистов, высота сугробов сейчас на 3 сантиметра выше нормы. И количество влаги в них составляет 85%. Но почва переувлажнена, а это, в свою очередь, может сыграть злую шутку. В этом году в паводковый период в республике в зону возможного затопления попадают 55 населенных пунктов. В зону подтопления попадут 16 муниципальных образований, об этом мы все знаем, и все силы и средства уже расставлены. На территории республики населенных пунктов, которые могут быть отрезаны во время паводка от жизнеобеспечения, нет. И все проблемные вопросы у нас на особом контроле. По Цивильску мы все вопросы разрешили, то сегодня уже на особый контроль выходит город Алатырь и Алатырский район. Одним из факторов обострения паводковой ситуации является обстановка на Пензенском водохранилище, а также на реке Алатырь на территории Республики Мордовия. Связь держим с Пензенской областью, потому что многое будет зависеть, как будет водохранилище Пензенское сбрасывать воду в Суру. И с Мордовией, это река Алатырь, район Тургенева, как оттуда пойдет вода. Поэтому вот эти два фактора, они будут ключевыми в этом направлении. Мы ежедневно обмениваемся информацией. Мониторинг, контроль есть. По словам председателя ГКЧС, республика к паводку готова. Силы и средства есть, материальных ресурсов достаточно. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.